Привет, друзья! Вы на канале «Жить с удовольствием». И я с удовольствием делюсь с вами рецептом вкуснейшего картофельного рулета. Как всегда, блюдо готовится легко и просто из минимального набора продуктов. А учитывая их сезонность, получается совсем недорогим, что вдвойне приятно. Давайте начнем. Примерно 1,5 килограмма картофеля почистим и отварим в подсоленной воде. Пока картофель варится, приготовим начинку. Мелко режем одну луковицу. И трем на мелкой терке одну морковку. На раскаленную сковороду нальем немного растительного масла. Обжарим немного в нем лук. И выложим к нему морковь. Потушим овощи до мягкости и отправляем к ним 0,5 кило фарша. В этом блюде я предпочитаю свиной фарш, а вы можете взять любой. Дожидаемся, когда фарш пустит сок. Добавим чайную ложку соли и чайную ложку черного молотого перца. После этого потушим минут 15. Сварившийся картофель разомнем в пюре. Разобьем в него 2 целых яйца. А от третьего заберем только белок. Желтком мы потом смажем верхушку рулета для получения красивой румяной корочки. Добавляем 250 граммов муки и вымешиваем однородное тесто. Теперь соберем рулет. Я воспользуюсь силиконовым ковриком. Если его нет, можно взять пищевую пленку. Выкладываем ровным слоем картофельное тесто. На него ровным слоем фарш. Сворачиваем рулет. И отправляем его на противень. Смазываем желтком верхушку. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 30 минут. Этого достаточно, чтобы рулет пропекся. Через 0,5 часа достаем и подаем к столу. Если рецепт понравился, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы вовремя получать новые рецепты. А я с вами прощаюсь. До новых встреч!